Всем привет! И сегодня мы поговорим про интерфейсы передачи данных. Грубо говоря, интерфейсы передачи данных можно разделить на две категории. Это проводные и беспроводные. К беспроводным можно отнести такие интерфейсы, как Bluetooth и Wi-Fi. К проводным интерфейсам можно отнести наш любимый USB, он же Serial Port, SPI, но SPI мы пока не будем касаться, и I2C. I2C — это самый распространенный интерфейс передачи данных проводной, и сегодня мы поговорим о том, как соединить Arduino и Raspberry по I2C. Вообще, если вы загуглите, как соединить Arduino и Raspberry по I2C, то вылезет, в принципе, один и тот же пример, где чувак передает одно число с Raspberry на Arduino и с Arduino на Raspberry. Одно. Ну, никто не будет передавать в жизни реально одно число. Вы будете передавать массивы данных, если у вас что-то серьезное. И у меня как раз стояла такая задача. Мне надо было передавать 6 чисел. Но перед тем, как мы перейдем к коду, тут следует понимать, что Arduino и Raspberry имеют разное напряжение. Так, на пинах Arduino напряжение 5 вольт, а на пинах Raspberry 3,3 вольта. И тут как бы не совпадение логических уровней. Как-то будет не очень, если вы на Raspberry отправите логический сигнал в 5 вольт, когда он ожидает принять 3,3. И то же самое, когда вы будете отправлять Arduino, логический сигнал 3,3 вольта, там где должно быть 5. Но уже все придумали, поэтому есть вот такие платы. Это называется согласование логических уровней. Он как раз таки согласует, что тот, кто должен принять 3,3 вольта, примет 3,3 вольта, а устройство, которое должно принять 5 вольт, примет именно 5 вольт. Итак, после того, как мы согласовали логический уровень напряжения, можно приступать непосредственно к коду. Давайте вначале начнем с кода Arduino. Скажу честно, я нашел библиотеку от iArduino. И библиотека оказалась клевая, я вначале попробовал все между двумя Arduino'ами. Это у меня все получилось, и я начал заниматься, как передать данные с Raspberry на Arduino. Но проблема такая, то что у меня не получилось поставить эту библиотеку на Raspberry. Я вскрыл эту библиотеку, и дальше представлен код именно этой библиотеки. Все права сохранил, все ссылки на вас, ребята, есть, так что я тут ничего не нарушил. Я еще укажу в описании сайт, где дается подробное описание о том, как соединить две Arduino. Итак, вначале мы задаем массив данных, который будем принимать. Указываем то, что у нас это slave, и он имеет второй адрес. Здесь мы должны указать ссылку на класс, и дальше записываем в функции этого класса значение массива. Точнее, не значение массива, а ссылку на имя массива, который будем принимать. Дальше обозначаются переменные, которые у нас принимают определенные значения в нашем массиве. Массив у нас из 7 значений состоит. Первое значение мы не принимаем, а принимаем последующие 6. Каждый из них занимает соответствующий регистр, и это очень важно. И дальше мы просто выводим в последовательный порт, печатаем значение. Теперь стоит перейти к коду непосредственно Raspberry, который написан на Python. Вначале мы подключаем библиотеку I2C, SMBus, таймер, еще библиотеку OS, не помню, она зачем нужна, может быть, даже и не нужна здесь. Математика, она у меня в дальнейшем пригодилась. Указываем адрес нашего слоева, которому будем передавать данные. Дальше у меня уже идет код непосредственно в мой робот, но его вам нет необходимости перебивать, и я перейду только к самой сути. То, что вы уже можете записать непосредственно в свой основной цикл. Я вынес это в отдельный класс и добавил отдельную функцию по передаче данных. Что себе включает функция? Мы должны написать self-b. B — это у нас ссылка на библиотеку.
И дальше мы пишем write by data. Оно имеет три параметра. Адрес нашего слейва, адрес регистра, в который записывается какое-то значение. Давайте здесь поменяем значение, чтобы было все честно. Скажем, здесь будет 5, здесь 4, 7. И здесь давайте посмотрим 25, 135. Ну и пусть будет 210. Такие значения. Вот. А дальше у меня идет, это все же основной цикл под моего робота. У меня Raspberry делает вычисления и передает значение вращений и значение шим-сигнала для электродвигателей. Но помните, что здесь, в конкретном примере, мы только передаем вот эти числа, которые не вычисляются, а мы задаем сами. Что ж, давайте посмотрим, как это все работает, и включим монитор порта. Пока что у нас показывается 0, потому что никакие значения у нас не передаются. Включив, мы видим то, что у нас начались передаваться какие-то значения. И если сверить, у нас все значения совпадают. Ну что ж, значения у нас передаются. И это очень здорово. Передавать не одно значение, а сразу много. Да, есть определенные сложности. Иногда программа сбоит, но я думаю, что это тоже проблема решаема. Скорее всего, это скорость передачи, потому что нужно согласовывать устройства по A2C, чтобы они работали на одной скорости. В приложении на видео вы найдете ссылки на программы, вы их можете скачать и использовать уже в своих скетчах. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Если тема Arduino и Raspberry вам заходит, ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал. Здесь еще будет много чего интересного. Пока!